Всем привет! Вы на канале Оля Рейнбоу. Меня зовут Ольга. И в преддверии праздника Дня Святого Валентина мы с вами сплетем леденец в форме сердца. И вот такой вот фигуркой вы сможете порадовать своих близких. И сплетем мы ее при помощи станочка Monster Tail. Ну что ж, давайте начнем. Плести в этом видео я буду вот это вот сердечко. Это сердечко у меня состоит из голубых и белых резиночек. Количество резиночек вы сможете посмотреть в описании под видео. И плести я буду на станочке Monster Tail. Итак, подготовим станочек и начнем плетение синих резиночек. Возьмем одну резиночку синего цвета, накинем на самый крайний столбик. С левой стороны накидываем эту резиночку на столбик и прокручиваем в 3 оборотика. Давайте вот так я разверну, чтобы неудобнее было. Так, накидываем на столбик и прокручиваем. 1, 2, 3. Вот мы с вами накрутили резиночку. Затем при помощи крючка мы захватываем все эти резиночки и накидываем на соседний столбик. Вот, накинули. Опускаем резиночку немножечко вниз. Затем берем вторую резинку. Накидываем на средний столбик вот это вот первого ряда. И также прокручиваем 3 оборотика. 1, 2, 3. Мы также накинули на столбик, прокрутили в 3 оборотика. А затем берем крючок, захватываем резиночку и накидываем эти резиночки на этот столбик. Вот, накинули. Затем мы должны будем взять по паре резиночек и накинуть на 2 столбика. На эти 2 столбика. Затем следующую пару резиночек на следующие 2 столбика. Затем на эти столбики. И на вот эти вот 2 столбика. Вот мы накинули резиночки. Теперь мы должны будем скинуть резиночку, которую мы накручивали в 3 оборотика. Захватываем эту резиночку, придерживаем резиночки и вот так вот аккуратно скидываем на центр. И вторую резиночку, которая накручена в 3 оборотика. Также придерживаем резиночки и скидываем. Вот она у нас. Скинули. Кинули резиночки, опускаем все резиночки к низу. Затем мы возьмем одну резинку и должны будем накинуть на вот эти вот 4 столбика, прокрутив восьмерочкой. То есть мы сначала накидываем на 2 столбика. Теперь мы прокручиваем эту резиночку восьмерочкой. Можно вот так завести за этот столбик и накинуть на уже на соседний столбик. Вот мы накинули одну резиночку, прокрутив восьмерочкой, и на вторых 4 столбиков. Так, накидываем резиночку на 2 столбика, затем мы проворачиваем 1 оборотик и накидываем на следующие 2 столбика. Вот что у нас должно получиться. Немножечко опускаем эту резиночку к низу. Так. Затем мы возьмем снова по паре резиночек и накинем на столбики. На эти столбики накидываем. Затем на следующие 2 столбика. Снова накидываем на эти столбики и на последние 2 столбика.
накинули резиночки. И теперь мы должны будем уже скидывать резинки. Сначала мы захватываем вот эту вот одну резиночку, которая у нас была прокручена восьмерочкой. Скидываем на серединку. С этой стороны и с обратной стороны мы ее захватываем и скидываем. И на этих столбиках мы также ее захватываем и скидываем на серединку. Так. И теперь нам надо с каждого столбика скинуть нижнюю пару резиночек. Со всех столбиков. Так. Давайте по кругу их скинем. Вот, резиночки мы с вами скинули, снова опускаем все резинки к низу, и затем нам надо будет перекинуть пару резиночек с этого крайнего столбика на центральный столбик, захватываем резиночки и перекидываем на этот столбик. И развернем станочек. Мы должны будем захватить также с крайнего столбика и на центральный. Вот, скинули резиночки. И теперь нам надо будет перенести с крайних вот этих двух столбиков резиночки. Захватываем, давайте с этого столбика резиночки. Переносим на вот этот первый ряд на крайний столбик. Так. И затем захватываем с этого столбика резиночки, перекидываем на второй ряд, тоже крайний столбик. Теперь у нас всего лишь задействованы 6 столбиков. Затем мы накидываем резиночку. Также, прокрутив восьмерочкой, мы накидываем на все 3 столбика. И теперь прокручиваем восьмерочкой, мы должны будем накинуть и на остальные 3 столбика. Так вот накидываем на эти столбики. Так, опускаем немножечко вниз. И накидываем по паре резиночек на вот эти вот 3 пары столбиков. Раз. 2 и 3. Так, накинули. Затем мы скидываем вот эту вот резиночку с этой стороны и с обратной стороны на середину. Так. И теперь должны будем скинуть нижние резиночки с каждого столбика. С этого столбика мы скидываем пару резиночек. С центрального столбика мы скинем 2 пары нижних резиночек. Раз, 2. С крайнего левого мы скинем 1 пару. Разворачиваем станочек. И так же самое с этой стороны. Здесь мы скидываем 1 пару. С этого столбика мы скидываем 2 пары. Раз, 2. Из крайнего левого 1 пару резиночек. Давайте снова развернем наш станочек. В принципе, это не принципиально. Теперь нам надо будет с центрального столбика захватить верхнюю 1 резиночку и накинуть на вот этот вот соседний правый столбик. То есть мы сейчас снимем с этого столбика все резиночки, перекинем на соседние столбики, захватываем эту резиночку и накидываем на соседний правый столбик. Так, и с обратной стороны захватываем верхнюю резиночку, перекидываем на правый столбик и захватываем последнюю вот эту вот резиночку, перекидываем на левый столбик. Так, перекинули. Пускаем немножечко вниз. Затем мы должны будем накинуть по 1 резиночке
на эти два столбика и на крайние левые два столбика, также одну резиночку накинули. И с этих столбиков мы сейчас скинем по 3 резиночки. Захватываем нижние 3 резиночки и скидываем на центр. Так, затем с этого столбика и с другой стороны, с этих двух столбиков. Так, скинули. Теперь мы перенесем эту резиночку на вот этот вот столбик и с этой стороны эту резиночку также на этот столбик. Вот, мы, в принципе, уже сердечко наше сплели. Мы должны сейчас будем доплести палочку. Для ее плетения нам понадобится 9 резиночек. Мы сейчас будем накидывать по паре белых резинок. Накинем их 4 пары. Накидываем первую пару. Скидываем нижние синие резиночки с двух сторон. Так. Накидываем вторую пару. Скидываем белые резиночки. Затем третью пару. Скидываем резиночки. И последнюю, четвертую пару. Так, накидываем на два столбика. И скидываем резиночки. Так. Опускаем немножечко вниз. Теперь мы уже накинем одну резинку. Скинем по паре резиночек с двух столбиков. И эту резиночку мы перенесем на крючок. Снимаем с этого столбика и с этого столбика. И затягиваем петельку, продев одну резиночку изнутри, вот так вот, через вторую. И затянем. И вот наш леденец уже готов. Затем мы спрячем эту петельку, заводим крючок и затягиваем под резиночки. Вот. И вот наше сердечко готово. Я надеюсь, вам этот видеоурок понравился. Обязательно сплетите эту поделочку. Она очень такая вот оригинальная, необычная. А теперь давайте перейдем к нашей рубрике «Передай себе привет». Наша рубрика «Передай себе привет» начинается с поздравления именинников. И у нас сегодня именинница Агния Столярова, Виктория Лобко, Виктория Власова, Света Яковлева, мама Дианы Рейм и Ангелина Капустина. Всех вас я поздравляю с днем рождения и хочу пожелать, пусть жизнь преподносит только приятные сюрпризы и глаза искрятся от счастья. А теперь плавно перейдем к нашим приветам. Передаю привет Ольге Юферовой, Александру Юферову, Дарье Юферовой и всей семье Юферовых. Передаю привет Елене Бурдинской, сестренке Кате, Алине Макухе, другу Косте и подружкам Соне и Виолетте. Передаю привет Анастасии Рябушкиной и подружке Виктории Бусыгиной. Привет летит Кириллу Лежневу, Лизе Акишиной, Маше Лапе и ее маме, Лене Возной и Карине Шатровой. Также передаю привет Севере Кот и лучшей подружке Екатерине Стафеевой, Яне Гусеевой и школе-гимназии номер 14 города Выкса. Привет Алине Габдрахмановой. Приветик летит Лиде Ли и всей ее семье, а также подружке Даше и Кате. Передаю привет Севде Ахмедова и Соне Лысенко. Привет летит Кириллу Заморенкову и коту Масику. Привет Ирине Марусенко и собаке Монике. Карине Царбаевой, Вере Перко, Насте Листопадовой, Бобылевой Софье и сестренке Полине. Привет Артему Трубкину и его сестренке. Приветик летит Виктории Уховой. Большой привет летит Варе Клюшевой и ее подружкам Кате Вишнековой и Наталье Дорошкиной.
Передаю привет огромной семье Чагаевых, маме Ирине, папе Сергею, бабушкам Тане и Люде и дедушке Жене. Привет летит Настюхе Зайцевой, Тане Ткачук и всему 5-му Б-классу школы номер 7 города Львова. И передаю привет ее маме Наде, папе Виталику и сестренке Яне. Приветик Ростику. Привет видеоблогеру Илоне. Привет Юлии Балахонцевой от Насти Искорки. Дербеку Бабаеву от Северы Кот. Екатерине Абдулиной, Владе Ефименко. И привет из города Якутска всей школе номер 30, 3-му Б классу. На этом наши приветики закончились. Обязательно подписывайтесь на канал, если вы еще не подписаны. Ставьте лайки, оставляйте свои комментарии, заявочки на новые видеоуроки. Также не забывайте вступать в мою группу ВКонтакте. Ссылочку вы сможете посмотреть в описании под видео. А на этом все. Я с вами прощаюсь. До новых встреч в моих новых видеоуроках. Всем пока-пока!